подписчиков, зрителей канала. Сегодня рассмотрим очередную именную ретро-модель легенды Американской баскетбольной ассоциации Майкла Джордана, игравшего за клубы Chicago Bulls и Washington Wizards. Air Jordan 11 Retro Space Jam. В переводе «Космический джем». Дизайнером модели был Тинкер Хэтфилд, создавший множество моделей для бренда Jordan. Air Jordan 11 Retro Space Jam сделал свой первый дебют на корте в 1995 году во время серии плей-офф в игре между клубами Chicago Bulls и Orlando Magic. Это была экспериментальная модель, которую Майкл Джордан одел, несмотря на огромный штраф за нарушение цветовой гаммы. А впервые в качестве эксклюзивной расцветки Джордан появился в 11-й модели в фильме 1996 года «Космический джем», когда носил их во время финальной игры против монстров. Эта расцветка после выхода фильма стала очень известной, но в продажу поступила только в 2000 году. Затем было несколько переизданий в 2009 и в 2016 годах. И из-за огромной популярности распродавались мгновенно оба раза. Первое переиздание дал старт экспериментам над популярным силуэтом. Вместо глянцевой кожи стали имитировать змеиную кожу и другие интересные текстуры. Верх кроссовка у нас выполнен из плотного текстиля с петлями для наружной шнуровки. Язык также из текстиля с небольшими фиксирующими резинками, соединенными с внутренней частью кроссовка. Также на языке нашивка с надписью «Jumpman» и «Jordan». А на внутренней части языка нашивка с надписью «Качественный баскетбольный продукт, вдохновленный величайшим игроком всех времен». Верх задней части отделан высококачественной кожей, на котором находится изображение джампмена. Низ верха по всей окружности выполнен из лаковой кожи. Во всю длину подошвы добавили деталь из углеродистого волокна, он же карбон, что стало обеспечивать упругость и жесткость в игре. А вставка аэрсоль от пятки до носка создает превосходную амортизацию. Резиновая подошва с прозрачными сегментами создает отличное сцепление с поверхностью паркета. Также у данной модели есть много расцветок и низкая версия лов. Носить рекомендую осень-весна спортзал. Цена от 17 до 40 тысяч. В зависимости от года выпуска и состояния. Air Jordan 11 Retro Space Jam является любимой моделью атлетов и коллекционеров. Нет никаких сомнений в том, что сейчас это самая востребованная расцветка культового Air Jordan 11 на рынке спортивных брендов. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч.
Пока-пока.